Раз мы с вами заглянули к Толстым, то вспомним еще один романс, и виновницей его создания была сестра Софьи Андреевны Толстой, Татьяна Андреевна Кузьминская, и по воспоминаниям домочадцев Толстых, что главным человеком в музыкальном деле в доме была как раз Татьяна Андреевна. Она прекрасно пела, музицировала. Есть прекрасный рисунок Ильи Репина, где они вместе музицируют, она поет, Лев Николаевич аккомпанирует. И вот сейчас прозвучит романс на стихи Афанасия Фета, и это стихотворение Фет посвятил как раз Кузьминской, и она об этом вспоминает, как это стихотворение появилось. Было два вечера, их разделяло несколько лет, и вот об этом Фет написал стихотворение, а позже уже Ширяев написал музыку. «Тебя любить, обнять и плакать над тобой». Сияла ночь, луной был полон сад. Сидели мы с тобой в гостиной без огней. Рояль был весь раскрыт, и струны в нем дрожали, как и сердце у нас за песнею твоей. Ты пела до зари в слезах, изнемогая, что ты одна любовь, что нет любви иной. И так хотелось жить, чтоб звука не роняя, тебя любить, обнять и плакать над тобой. Прошли года томительно и кучно. И вот в тиши ночной твой голос слышу вновь, и веет, как тогда, во вздохах этих звучных, что ты одна вся жизнь, что ты одна любовь, что нет обид судьбы и сердца жгучей муки, а жизнь нет конца, и цели нет иной, как только веровать в рыдающие звуки. Тебя любить, обнять. Тобой.